Знаменитая Наргиз добралась до Северодвинска. Певица дала концерт в нашем городе. Поклонники встретили ее полным залом. Почему певица легла на сцену и смеялась над собой? В нашем следующем видеоматериале. Загадочная музыка, напоминающая Восток, и не менее загадочная она, так внезапно вспыхнувшая звезда Наргиз. Певица не изменила своему мистическому стилю и на северодвинской сцене. Вся в черном, с черными губами, черными полосками на лице и уже такой узнаваемой шишкой на лысой голове. Второе место конкурса «Голос», а к этому времени еще и обладательница двух национальных музыкальных премий. К себе относится с иронией, к зрителям с пиететом. Абсолютно нет в этом зале людей, которые просто ради интереса пришли поглазеть на лысую татуированную тетку. Спасибо вам большое, дорогие мои. Я могу сказать, родные, любимые люди. Потому что только ради вас я сегодня делаю свое самое любимое дело. Наргиз также призналась со сцены, что про город Северодвинск слышала, но никогда не была. Так что на нашей сцене дебют. За него рублем проголосовали поклонники. Билеты на концерт стоили от 1 до 2500 рублей. Но пустых мест в зале не было. Раскупили даже самые дорогие. Итак, северодвинцы встречали каждую песню, хотя поначалу внезапно обрушившуюся популярность было пережить непросто. С диагнозом «звездная болезнь» познакомиться не успела, говорит Наргиз. Сцену завоевывала давно в составе двух групп – жесткой роковой и альтернативный рок. И не скрывает, что чаще приходилось петь в ресторанах. О своей жизни до и после знакового конкурса сама певица рассказала нашей ведущей Татьяне Шадеркиной. Полную версию интервью смотрите в программе «Звезда в городе». В эфир выйдет в воскресенье сразу после итогового выпуска новостей.